Марина Чепкасова с очень красивой медленной композицией. Ну, приглашайте. Сценический псевдоним, она нам постоянно говорят именно по псевдониму Макс Кейт. Вот уже знаем этот псевдоним.
Интернет голосование, она больше всего набрала голосов, поэтому
Ну, будущая звезда однозначно. Или настоящий уже? На сцену хотел пригласить еще одну гостью, это выпускница 4-го выпуска курсов эстрадного мастерства, также со своей авторской песней. Ну, замечательно пишет стихи, помогает. Мы уже и другим артистам вместе сочиняем песни. На сцене Регина Яхина! Мне осени молиться, не говоря ни слова, кому-то лгать в признаньях, что я люблю другого, бродить по серым улицам, разбрасывая листья, дождем ночным на фонари, не спеша ложиться. А осень все решила, раскрасив небо в серый, придумав новый мир, где каждый день как первый, идет со мною по пятам, и ветром в спину дышит, кидает свои слезы вслед, роняет дождь на крыши. Я расправляю крылья, забыв их в листопаде, играю я роль ангела в спектакле-маскараде. Кривое и разбитое небо под ногами, а в лужах над асфальтом слезы с облаками. А осень все решила, раскрасив небо в серый, придумав новый мир, где каждый день как первый идет со мною по пятам, и ветром в спину дышит, кидает свои слезы вслед, роняет дождь на крыши. Бьет в висках тупая боль, такая моя осенняя роль. Дождь и ветер хлынут в глаза, только осень, не можно сказать, что зря со мною рядом он, не ты, что я зря сожгла мосты. Ну а в ответ мне ветровой крик пустоты, не мой, не мой. А осень все решила, раскрасив небо в серый, придумав новый мир, где каждый день как первый идет со мною по пятам, и ветром в спину дышит, кидает свои слезы вслед, роняет дождь на крыши. Регина Яхина! Примеры песен. Ну что, приготовились танцевать под жаркие восточные танцы, тем более на сцене Ильнур! Olmaz.
yok. Çiçek gibi tazecik, minik bir tanecik. O nasıl tipi de tertemiz. Du 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 li 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 kırışmeli gözleri derya deniz. Bugünü ana tarifil geçiyor. Etrafında fırdınıyor. El bebek gülde bitiyor. Ne yapsa inadına hoş geliyor. Kala kala düşünür ya. Oh, 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 oh. Sade bir yol. Tazecik, limitli bir tanecik. Ana sütü bir de tertemiz. Du 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 dilli. Lıkı lıkı rişmeli. Gözleri derya deniz. Çiçek gibi tazecik. Limitli bir tanecik. Ana sütü bir de tertemiz. Du 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 dilli. Lıkı lıkı rişmeli. Gözleri derya deniz. Oh oh. Прощаемся через порог. Ты воз...
возвращаешься, ты же сам Бог. Мое одиночество мне как урок. К черту пророчества, ты есть мой Бог. Я напишу для них несколько строк. Я не молюсь чужим, ты же мой Бог. Неправильной тактике сотни дорог. Но в этой галактике ты есть мой Бог. И если прощаемся через порог, ты возвращаешься, ты же сам Бог. А мы напоминаем, что продолжается голосование по купонам, которые выявит сегодняшний наш победитель, приз зрительской симпатии, который получен. А тем временем на сцене проект Бэйба Диляра Хисумудинова, солист, это выпускница первого курса эстрадного мастерства. Мой друг, соратник, товарищ, очень красивая девушка. Сейчас вы все сами увидите.